Если театр начинается с вешалки, то армия начинается с военкомата. И так уже целый век. Подготовка к службе, медицинские комиссии, юридические консультации, работа с призывниками, служащими и ветеранами. Вся эта работа на плечах коллектива военного комиссариата, который обслуживает сразу 4 территории – Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Ленинск-Кузнецкий и Крапивинские районы. Военный комиссариат городов Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского районов всегда выделялся отличными показателями и профессиональными действиями коллектива. Его работа заслужила и заслуживает высокие оценки военного комиссариата Кемеровской области и Министерства обороны Российской Федерации. Уважаемый генерал Владимирович, позвольте поздравить вас, всех работников, ветеранов комиссариата с такой замечательной датой. Желаю дальнейшей плодотворной работы на благо нашего города, Кузбасса, России, здоровья всем и процветания. Важную роль сыграли военные комиссариаты в годы Великой Отечественной войны. Благодаря их деятельности уже в первые, самые тяжелые дни удалось провести мобилизацию людских ресурсов и техники из народного хозяйства. Слова благодарности за многолетнюю работу от правительства России, а также от себя лично, коллективу военкомата передал военный комиссар Ленинска-Кузнецкого Геннадий Фефилов. Главное – это безопасность Родины, это, естественно, красота нашего вооруженных сил. Естественно, все были слова сказать благодарность всем сотрудникам военкомата. Я вам передаю, и мне это очень приятно. На торжественном собрании коллектив военкомата был награжден министерскими, городскими и районными, а также ведомственными медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами. Мария Силантьева, Василий Обухов, Ленинск ТВ.